Итак, всем привет, зрители и подписчики канала Рик Кантона. И сегодня еще одна тренировка. И эта тренировка называется дриблинг. Поехали. Есть дриблинг, есть особый дриблинг. Здесь почему-то он уже пройден. Видимо, я что-то... видимо, учитываются тренировки, которые я делаю в то время, пока еще не начинается игра, да, когда ты в нее заходишь. Пройдите полосу как можно быстрее, управляйте движением игрока плавно, подсказка на невысоких скоростях, вы лучше контролируете мяч. Ну что, погнали. Я честно не знаю. Так, 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 здесь быстро ты не разгонишься, если честно. Я так понимаю, здесь будет по времени или пока, почему будет оцениваться, непонятно. Проход, проход. Проход и ударище 500. Ну, в принципе, отлично, да, игра говорит, что я прошел все отлично, идет дриблинг серебро. Пройдите несколько упражнений на дриблинг и забейте гол. Чем выше скорость, тем больше радиус поворота. Так, в чем фишка? Блять, во вратаря, ну что это такое? Палки, ничего себе. Есть. Вратарь опять отбил. Да нет, вот сюда. Отлично. 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 Мимо. Ну ничего, надо делать усерднее. Это всего лишь D, но это тоже неплохо. Пройдите с мячом через отмеченные ворота, не позволяя сопернику совершать отбор. Подсказка, можете отнести, оттеснить защитник, укрывая мяч корпусом. Рывок, укрывание. Ну давайте. Блядь. Убежал. Он забрал мне мяч. Честно, я... Давайте попробуем. Блин, а как? Давайте, как? Да, блин, не получается укрывать, он меня все равно его забирает. Проще вот так пробежать, да? Я честно не могу, но я вот нажимаю укрыть. Ну, давайте, подождите. Блин, у меня забирает, я не знаю. Да, понятно, что все это надо делать усиленно. Давайте попробуем еще раз. Ай, усерднее, надо делать усерднее. Ну да, не очень хорошо получается. Давайте еще раз попробую. Хочу еще раз пройти, именно поукрывать мяч корпусом. Блин, но все равно, видите, он меня... Все равно у меня забирает мяч. То есть мне проще, честно сказать, пробежать. Смотри, он-то корпус у меня укрывает. Вот сейчас, в принципе, да, неплохо получилось его развернуть. Сейчас я еще попробую. Оп. Ай, да нет, он тут меня все равно забирает. Ну да, ребят, на самом деле тяжело. Проще вот так обмануть его. Оп. Да нет, смотрите, вытесняет меня. Все равно меня вытесняет. Ладно, лучше не получилось, поехали дальше. Дриблинг испытания. Пройдите несколько упражнений на дриблинг и забейте гол. За особые приемы при обводках соперника или прохождении ворот начисляются дополнительные очки. Подсказка. Набор особых приемов зависит от уровня мастерства игрока. На особые приемы, имеется в виду финты. Блин, нифига, надо трех игроков пройти, ребят. Это не так-то и легко, отлично. И бей, ну забивай. Блин,
не один, так что 500. Вы что, офигели, что ли? Смотрите, что происходит, ребят. Я прокинул мяч. Надо забить. Да забить надо, блин. Хитарян. Отлично. Что ты... Ну куда ж ты бьешь-то? 250 потерял. Смотри, как выбивает, а. Ну, ребят, плохо. На самом деле все очень плохо с дриблингом. Но у меня всегда вот с этим именно... Ой-ой-ой, как прошел! И... Да блин, я забить гол просто не могу. Тут все понятно. По бровке, моя любимая. Есть. Мхитарян проходит всех. Так что ж такое-то? Фол был. Одна попытка осталась. Бровка ждет. Нет. Ребят, ну это, конечно, да, это позорно. Я что тут, ничего сказать не могу. Все очень плохо. Это, по-моему, F. Да, это F. Но будем повторять. Я просто ни одного мяча не забил. Я думаю, в этом вся проблема. Если я забил бы хотя бы один гол, вопросов бы не было. Ну забей! Ну! Есть! Вот это уже будет легче. Видишь, я чуть туда делаю, и все, мяч уже... Блядь. Мяч уже у соперника. Ну, это ужасно плохо. Это ужасно плохо. 10 попыток. Надо забить парочку мячей. Так, что-то не получается забить мяч-то. Ну куда же я щемлюсь-то, конечно, куда, куда? Вот это уже веселее. Уже можно крутить, вертеть. Блин. Ну вот получается, весь мой дриблинг, это, соответственно... Че я в него луплю-то, я ничего понять не могу. Засандалил. Еще один. Отлично. Почти 10 тысяч, и это С. Так, и что, получается, дриблинг у нас пройден. Осталось пройти особый дриблинг. Поехали. Пройдите через все отмеченные ворота в этой полосе препятствий. Подсказка, совершайте резкие повороты с помощью ложных ударов. Прикольно, то есть надо на замахах убирать. Давайте попробуем. Блин, вот уже закупил. Ложный удар не получился. Ладно, давайте попробуем без ложных ударов. Сейчас надо просто запомнить, куда бежать. С таким испытанием-то я еще не сталкивался. Первый раз его вижу. Соответственно... Ё-моё, ну что ж ты... Ну чё, ну это капец. Все, почти. Ну ладно, неплохо, ребят. Это значит, я почти успел. Поехали дальше. Особый дриблинг серебро. Пройдите как можно больше ворот за отведенное время. Подсказка, используйте точный дриблинг. Давайте попробуем его использовать.
Да, здесь можно запутаться в том плане, что забываешь, куда нужно с какой стороны заходить. Видите, игра показывает. Я, честно, не использую никакой точный дриблинг. Я просто двигаюсь. Оп. Почти. Отлично, прекрасно. Все, отлично. Что это, а? Я заработал А, у меня уже давненько не было циферки А. Пройдите с мячом через отмеченные ворота, не позволяя сопернику совершить отбор. Добравшись до любого конца полосы, отправьте мяч в корзину пасом верхом. Пас верхом. Нажмите кнопку рука, чтобы уйти от защитника, пробросив мяч на ход. Так, ну что? А, то есть надо, блин, нифига себе. Слушай, ну такого испытания точно не было. Ну, яй-яй-яй. Ну, а. Ну, блин. Тарян это, блин. Давай. Есть 278. И еще один. Блин, а что мне еще-то дает? Ничего понять не могу. Блин, ребят, ну это позор. Это просто позор. Ничего не получается. Да ёлки-палки, что меня тут... Да, но это жесть, вообще не получается у меня проходить. 278. Ой, какой через себя дал. Оп. Да ёлки-палки, что ты. Ну еще один, а почему не дает-то? Ну получилось, все-таки Д, хотя бы Д. Особый дриблинг испытания, завершите полосу препятствия, как можно быстрее, чем меньше будет попыток, тем выше итоговый счет. Так, а в чем заключаются попытки? Так, вот это похоже что-то было. Так. 3 минуты дается. 3 минуты. Давай вставай, блин. Успели я за 3 минуты. Понимаете, это все испытания, я честно не знаю. Я не знаю, блядь, он будет мне мешать или нет. Они... Ну, да дай пройти. Чё? Чё, заново, что ли? Так. Да ёбкарный бабай, блядь. Ребят, 2 минуты мне дайте, а. Блять, да что это такое? Ну и что, они меня сейчас тут зажмут, что ли? Ну все, они не дают мне. Я не успею пройти, потому что они не дают пройти, я не знаю. Ну что зависло-то? О, все. А. Давай. Прошли кое-как. Да ёб твою мать.
Так, идем. Есть! Почти. Ну, пройдено, ребят, засчитано, пройдено. В любом случае, дриблинг пройден. Я, честно, затаил дыхание от этого дриблинга. Дриблинг прошел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я знаю, ребят, что, возможно, это было не очень круто. Но, блин, я реально проходил так, как я мог это пройти. Все, спасибо, что смотрели видео. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока!